Большой привет всем, кто неравнодушен к пчеловодству. Сегодня 29 мая 2020 года. В 10 часов по московскому времени у нас на пасеке вышел первый рой. Это у нас матка старая, ей уже больше 3 лет. В прошлом году она у нас также роилась и также была первой. Но было это 25 мая. Немного на 4 дня. Вот у нас погода в этом году запаздывает. Но это и не мудрено. Весь май у нас был просто отвратительным. Жуткий холод. Вот мы видим, часть пчелы возвращается обратно в семью. С чем это связано, я пока сказать не могу. Возможно, здесь и была матка, но разберемся потом. Осмотр покажет. А сам рой привился на грушу прямо за этим ульем. И вот он привился вот такой разделенный, разделился на две части. Сперва мне показалось, что, возможно, там несколько маток в данном раю, но прошло немного времени, буквально 5 минут, и они объединились. Видимо, сперва им просто не хватило места на одной ветке. Может, еще какие-то там были причины. Осмотрев все семьи на пасеке, я убедился в том, что с других семей не происходит слета на данный рой. Пчелы работают, несут обножку, и нет никаких волнений. Все спокойно в других семьях. Роилась только у нас вот эта семья. Вот. Я, конечно, меня разобрало любопытство. Немного здесь посмотрел на пчел, которые повисли бородой. Но ничего такого характерного, что могло бы свидетельствовать о том, что здесь находится матка, я не приметил. Немного я их пчел побеспокоил, посмотрел. Ну, как только я их касался, они сразу поднимались на крыло и залетали в улей. То есть их здесь ничто не удерживало. Ну и я, скажем так, выждав определенную паузу, развел дымарь, оделся, поднялся на дерево, осмотрел все и стал снимать этот рой. Семью мы эту не расширяли, вощину не подставляли и, соответственно, не ставили магазины. И в связи с таким беззаточным периодом не имело это никакого смысла. На весах убывал вес на данной семье. Вот, поднявшись на дерево, что я увидел, этот рой уже, можно сказать, практически объединился. Немного там осталось снизу на другой ветке. Вот, пчелы проявляли по отношению ко мне мирное поведение. Ни одна пчела меня не ужалила. И в целом даже не было никакой гоньбы. То есть я спокойно занимался этой работой. И пчелы мне не доставляли дискомфорта. Снимал я его, как обычно, в раевню ковшом. Несколько ковшей я пчел зачерпываю и складываю их в раевню. Потом потихоньку окуриваю дымарем и стучу по ветке. И вот уже пчелы сами летят в раевню. Мне нет необходимости их дальше обтрясать. Вот. Ни одной пчелы у меня не просыпалось мимо. Скажем так, все они зашли в раевню с лету. Можно только сказать, первые 4 ковша я положил сам. Вот видите, на земле все чисто, нет ни одной опавшей пчелы. Вот по окончании того, значит, сбора пчел я их закрыл в раевне и поместил в прохладное темное помещение, в данном случае погреб. Что хочется сказать, уважаемые пчеловоды, пора заниматься ловлей раев. Сейчас уже, можно сказать, начнется период интенсивного роения. Благо дело, если этому поспособствует погода. Это очень важный момент. Ну, погода должна быть как минимум летной. Вот. В чем желаю всем удачи. Желаю, скажем так, вам преуспеть в деле роеловства. Ну и сам постараюсь не сплоховать в данном сезоне. Сегодня же займусь постановкой ловушек. Всем пока!